Первокурсники, поехали! Продолжаем российскую тематику. В Саратове прошел грандиозный фестиваль посвящения в студенты. Ну а в чем же суть этого мероприятия? Каждый вуз ежегодно проводит посвящение студенты, в этом нет ничего удивительного. Ну а здесь все и сразу. И все и сразу вступают в новую жизнь. Накануне вечером участие в фестивале приняли более 10 тысяч человек. Грандиозная, так скажем, тусовка. Ну и все, название само весьма символично. Как Гагарин открыл космос для людей, первокурсники открывают для себя новый мир. И для них решили сделать настоящий праздник по такому случаю. Замечательно, просто в шоке от того, какой тут атмосфера, как тут круто, очень нравится. Эмоции просто переполняют нас. Ну, на самом деле, да, можно слизиться со всеми людьми. Тут же нет определенного возраста, с первого по пятый курс. Со всеми сближаешься, знакомишься, общаешься. Но это положительно влияет на нас. Все танцуют, веселятся, ну, супер. Атмосфера отличная. Все веселые, настроение на высоте.